Дружба народов на уровне одного вуза. В инжиниринговом центре КФУ состоялся первый форум иностранных студентов. В этом учебном году здесь открылось подготовительное отделение для иностранцев. Сегодня в Набережно-Челнинском институте КФУ обучаются около 1000 студентов из разных стран. Поговорить с ними об учебе, а также о планах на будущее пришел и мэр Наиль Магдеев. Национальные танцы в сочетании с русскими традициями. Так иностранные студенты встречают мэра Автограда. Главная цель встречи – обсуждение проблем, с которыми студенты сталкиваются в процессе учебы. Вопросы транспорта, получения гражданства и рабочих мест на предприятиях. Мы говорим, особенно первокурсники, какие у нас законы, какие у нас порядки в Челнах, в Татарстане, в России, потому что страна для вас не родная. Мы это прекрасно понимаем. Мы стараемся делать все, чтобы адаптация прошла легче. В свою очередь, Наиль Магдеев отметил важность адаптации не только в настоящем, но и в будущем. В Автограде регулярно запускают новые производства, и спрос на специалистов только растет. В городе дефицит и инженеров, и специалистов, поэтому наши предприятия готовы предложить хорошие условия для тех, кто хочет связать свою судьбу с городом Набережные Челны. Некоторые студенты удостаиваются благодарности еще во время учебы. Так лучших активистов наградили денежными сертификатами. Но, по их словам, самая большая награда – это процесс обучения, который, помимо опыта, позволил узнать что-то новое о себе и о своих способностях. Набережно-Челнинский институт посоветовали мои друзья, которые учатся в Елабужском институте, и решил попробовать сдать экзамены. Приехал, сдал экзамены отлично. На первом курсе я знаю, что я вообще могла ответить только «да» и «нет», а объясняться не могла. И уже третий год, и я думаю, что я уже начала более-менее разговаривать. Продолжением встречи стали мастер-классы. Идея форума пришла студентам по душе. Аналогичную встречу проведут вновь, но уже в следующем году. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны 24.